Три дня спортсмены из разных стран боролись за место на пьедестале в Красноармейске. Там провели открытый чемпионат и первенство Федерации К1 России. На трех рингах сражались более 450 спортсменов. Были бойцы из Армении, Кыргызстана, Казахстана, Дагестана. Более 20 регионов, 5 федеральных округов собрались в одном месте. К1 – это боевой вид спорта, который объединяет техники из различных видов боевых искусств. Тайского бокса, карате, тэквондо, кикбоксинга, традиционного бокса и других боевых искусств. Цель – определить лучшего бойца. Соревнования были личными и командными. Проводились по олимпийской системе с выбыванием после первого поражения. По результатам чемпионата первое общекомандное место досталось спортсменам из клуба «Камилов Тим» из Москвы. Мария Лихобабенко, Яков Глейзер. Новости Большого округа.